20 декабря в 19:00. Думаю, что есть о чем поговорить. Самые важные и острые вопросы. Молдове суждено иметь хорошие отношения с Западом и с Востоком. Ответы от первого лица. На импичмент они не пойдут, пока есть доверие к президенту. А доверие к президенту есть. Прямая линия с президентом Республики Молдова Игорем Додоном в эфире телеканала «Акчен ТВ» 20 декабря в 19:00.